Доброго дня, дорогие зрители! С вами канал Мир ММО Игр. И в те времена, пока Вованыч обучается у мастеров в Киеве, как быть крутым бездомным, в те времена, как серваки Unlisted ждут обновления и лежат серваки на профилактике находятся, мы поиграем немножко в Мартхау, побегаем. Давно, кстати, я не заходил в эту игру, но видел, что некоторые ребята просили показать, ну, поиграть в Мартхау, пока что там произошло в игре, что изменилось. Ну, пока что давайте и посмотрим, что в итоге в игре появилось, что изменилось и как обстоят дела. Первое, что стоит сказать, в игре онлайн есть, там около 4000 человек. И есть, как видите, битвы ранговые. И есть битвы, я так понимаю, обычные, там, где можно просто зайти и подраться с кем угодно. Ну, ранговые битвы — это, походу, 1 на 1 сражение, хотя... Да, есть 1 на 1, есть 3 на 3. Тут даже показано, кто из людей топчики. Ну, опять же, ничего себе, я 5000-е место. Неужели так мало людей бились 1 на 1? Я очень давно участвовал в битвах 1 на 1, я это помню, но я уже забыл даже, как играть, поэтому мы пойдем просто в обычный бой и не будем лезть в PvP на рейтинг. Так, в бой... Угу. Серваки официальные. Давайте полезем вот в этот сервак. Тут очень много людей. Можно подраться. Заходим. Так, давайте за синих пойдем. Возьмем стандартный набор егеря. Я смотрю, там какие-то всадники есть. Я даже забыл о существовании всадников в игре. Охренеть. Так не ори, мужик, ты меня пугаешь. Ой, я бахнул по тиммейту. А ты враг или нет? Пока не ясно, где из них враги. Очень много лошадей. На самом деле, я, кажется... О, попал! Ни хрена себе, я попал в кого-то. Хорошее начало. Охренеть! Меня Саберштейна убили с одного удара. Но, тем не менее, я хотя бы попал по врагу. 8000 монет. Я забыл, здесь даже в игре есть деньги, которые фармятся. Так, проголосуем. Давайте за карту. Кажись, Фактория. Я здесь еще не был, не бегал. Хотя все хотят в лагерь стандартный. Продолжаем тематику средневековья. Ну, я, если честно, не был уверен, что вы бы хотели увидеть. Я взял поэтому ваши комментарии, которые там ребята просили поиграть в Мартхау. Я думаю, блин, а реально, есть же Мартхау, надо глянуть что да как. Игрушка-то вроде бы графон есть. Как бы прокачка есть. Она онлайновая. Онлайн в игре игроки есть. Так, у меня там были свои наборы. Там такие боксеры огня. Это чуваки, которые огонь кидали. Был инженер. Каратыш. А что за каратыш? Ну, у меня на самом деле, кстати, ни одного лучника нет. А ну, мне интересно, что такое каратыш. Это я сам создавал этого каратыша. Просто я пока не совсем понимаю, что он... Что он умеет. Ну ладно, мужику плохо стало. Бежим. Что за голожопый на поле боя? Так, вот то здание, ту осадную крепость должны мы забрать. В атаку! Мы пока побеждаем. Это наш или нет? Ай! А кто это вообще? Я своего убил! Извини, мужик, я просто не шарик, кто враг. Это ж каратыш! Как каратышом ударить? Ой!
Ой! Понятно, что он коротыш. У него короткий. И он не достает. Двуручные мечи дальше атакуют, чем коротышцы. Ладно, еще раз на коротыше сыграем. Я так и сделаю потише удары. А то звук реально громкий. Так, появляемся как коротыш, только появляемся в центре и даем дальше. Трибушеты. Говорят, что мы серваки заработали. Ну давайте побегаем немного еще часик где-то в игру, если это наш союзник. Ой, бляха-муха! Что это за меч такой длинный? Ай! Кстати, а мне кажется, или походу разрабы поменяли систему блока в игре. Раньше щит нужно было ставить на блок полностью, теперь тебе надо по таймингу щит ставить, и это капец тяжело. То есть, типа, у тебя вот есть тайминг, все, щит ушел. То есть, сейчас по теории щиты это бесполезная фигня. То есть, ты не можешь держать щит в одной позиции всегда. То есть, раньше щитом можно было дефаться от троих, от четверых людей, пока щит не ломали. Теперь это уже говнище. Так, коротыш, по всей видимости, бесполезно. Класс. Вау, нифига себе, он мне латы кулаком прибивает. Ай. Понятно, от своих андер. Не, хотя меня убили копьем. Так, я поменяю сейчас класс, давайте. Коротыш, отстой. Давайте возьмем кого-то двурук. Метатель всего. О, давайте покидаем вещи в людей. У меня есть пару классов, которые кидаются говном. Разным. Так, побежали. У меня по боезапасам есть 6 топоров. Ни хрена себе, у них огненные стрелы. А, они их поджигают. Так, это враг? Ой, блин! Я вообще не знаю, куда я метаю. Что, я все выкинул? Ай! Мне нужны мечи. Короче, вот на самом деле, вот что пока что мне кажется, что в игре мега тупо сделано, я не понимаю, где враг. То есть, типа, я совершенно не понимаю, где враг, потому что многие скины и одежды, вот сейчас, видите, видно, тиммейты все синие. Ну вот, допустим, видите у этого парня? У него фулл латный доспех, но он не покрашен в синий цвет, и не ясно, он за нас или... То есть только по ногам видно, что у него есть синий цвет. То есть многие латные чуваки, не ясно, они враги или нет. Ой. Что за нахрен? Тут какие-то дроты одни остались, а он все отбивает. Тут какие-то дроты остались. Эти копье. А почему я удерживать не могу? Я одно не понимаю. Ого. У меня катапульты. Если честно, не очень приятно играть из-за того, что такое чувство, что в игре остались только чуваки, которые дрозят в Мартхау, и с ними драться неинтересно. Бежит чувак на тебя, ты кидаешь 3 топора, и он 3 топора отражает. Ну что это за дичь? Они толкают тележку. О, чувак голый, кто он? Он враг или нет? Ай, все, я... А, блин! Короче, тоже говняный класс. Вообще нифига сделать не могу. Так, кто еще есть? Есть траппер и деровни. И танк. И боксер огня. Дайте боксер огня, пускай будет. Покажется, что я вижу, очень многие ребята используют просто длинные мечи. Спамят длинными мечами, как это было раньше. Щиты понерфлены, что мега печально. На щитах играть нереально теперь. Никто щиты не юзает. Посмотрите, есть ли люди с щитами? Я вообще не вижу людей с щитами. Ой. В смысле? У меня одна граната всего лишь? Походу пофиксили, нельзя брать много гранат. Огненных. Я что, кулаками бегаю?
кто наш. Короче, это дичь. Я вообще не понимаю, бежит враг и бьет меня в спину. Так, ладно, давайте топ возьмем. Это стандартный билд с длинным мечом. Появляемся. Короче, берем свой хандер. Самый говный билд, который мне самое больше всего не нравился в игре, потому что он был имбовый из-за длинного меча. Но, по всей видимости, это дерьмо теперь единственное играбельное дерьмо. Что? А чего? Чего скорость атаки была? Это капец. Я не получаю удовольствия, играя в эту игру. Пока что. Да, блин. Они слишком быстро махают. Я вообще еще никого не убил, ни разу. Слишком медленно махает. Не достаю до него, да ладно. Ой, я кого-то ранил, но не убил. Так, еще раз появляемся и бежим в атаку. Такой себе топ. Не, ну в плане он топовый был на тот момент. Я уже не играл в игру больше года. Тут уже, смотрите, судя по убийствам, многие юзают копье и двуручный меч. Но не Свайхандер. Этот спину пытается добежать. А, ё-моё! Они достали со спины забегать. Как вообще биться? Они тупо в спину забегают. Просто меня уже убили раз пять в спину просто. Опа. Молодцы. Так, давайте его убьем. Опять. И что меня убило? Романский меч? Меня тиммейт убил или кто? Я ни хрена не понимаю. Это все игроки, да, это все игроки. Но на самом деле я вообще не понимаю, что происходит, кто меня убивает. Я стою в толпе своих, и меня убивает романский меч. А романский меч, он короткий. Кто меня вообще убил? Вы поняли. Так, еще раз. Там всегда такое мясо. Не, на самом деле в игре сейчас немного серваков. Это единственный сервак, где есть мясо. Давайте я один на один с ним подерусь. Я же блочу. На, блин. Наконец-то. Баштан спилили им. Да кто меня убил? Топором. Так. Сейчас я попытаюсь настроить свой класс. Давайте соберем деньжат и настроим свой класс. Потому что что-то пока очень странно. Мы проигрываем, кстати. А что я ударился? Все, я труп. Блин, они с разворота успевают блок ставить. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать.
не-не, мне не нужно менять вот. Класс, я хочу сделать новый класс, новый наемник, пускай это будет Новик, Новин, пускай будет, вот, Новин. Так, голова. Я же не знаю, что лучше, вот какие-то новые шляпы появились. Так, листаем. Ну, есть тяжелые, как обычно, средние и легкие. Давайте легкая шляпа пускай будет. На тело оденем. Пускай будет легкий такой вот доспех. На шее. На шее только кастомизация. Плечи аналогично, без брони, только кастомизация. Руки. Опять же, кастомизация, не более. Ладони, кастомизация, пояс. Аналогично, а вот ноги нет. Давайте ноги оденем, вот эти смешные, шутовские, защитку шутовскую. А на ступни, давайте пускай это будут сапоги обычные. Ну, по факту у меня 9 брони сейчас есть. Грубость металла. Пускай будет максимальная. Ага, то есть типа это показывает раскраску узоров, пускай никаких не будет. У меня осталось 39 очков. А, надо выбрать меч. А, меч. Посмотрим, что вообще новенькое появилось из мечей. Длинный лук. Очень дорогой, кстати, длинный лук. Есть какой-то клевец. Давайте длинный лук. А, дополнительно стрелы можно как-то взять? Так, нельзя. Дополнительно пускай это будет короткий меч. А с запаса... Ничего, пускай. Так, пускай это будет качок на луке. А что касается перков, мне, по сути, нужно, чтобы я стрелял хорошо. Ну, вот так вот. Есть еще, конечно, там какие-то другие перки, но я их брать не буду. Пускай будет так. Все, наш герой готов. Как его сохранить теперь? Так. Будет веселун у нас. Все, надеюсь, он готов. Да, он готов. Все, я готов. 16 стрел всего есть. Но лук должен быть убойный. Он стоил очень дорого. Так, я в сооружение попал. Ни хрена себе. Там мучеников как говна. Не попал. Ой, бляха. Это что меня убил? Длинный лук. Отлично. Играя на воинах, убивают меня воины. Играя на лучниках, снимают меня лучники другие. Так, появляемся. Я бы сейчас пошел бы один на один подрался бы, наверное. Было бы интересно посмотреть. Потому что пока что в толпе тяжело разобраться. О, попал, 50 урона. Там катапульту даже таскают. Попал, 50 урона. Блин, меня ведет лук. Почувствую, кто-то меня стрельнул свой же. Попал 50-ку, но не убил. Охренеть! А как меня убивают с одного выстрела? Я одно не понимаю. Я стреляю с длинного лука в противника, наношу 50 урона, а меня убивают с одного выстрела. То есть, типа, 100 урона. Ну, или 80. Это очень странно как-то. Мне два выстрела для убийства, а им по одному.
Так. Тут фигня. Что со мной? Че я упал? Как будто набухался. О, тиммейта попал. Для меня не впервые. Это враг? Блядь, чувак в черных латах, это враг. Бляха муха. 27 урона в латы. Какой-то мужик вообще со спины прыгнул. Пока что, честно, я жду, когда выйдет Чиварли вторая часть. Она должна выйти уже в мае, если не ошибаюсь. Там будет интересно поиграть. Пока что что-то, вот что-то Мартхау, в нем что-то не то что-то, вот не знаю. Чего-то, блин, не хватает. Наверное, то, что тяжело драться самому нормально, а у тебя скорее тут сейчас все замучено на то, что ты когда догоняешь, бежишь в спину чувака, ты догоняешь. И как бы решает толпа зачастую. Как его уничтожить? Опа, убил в голову. 3-4 урона. Пятьдесяточка. Блин, тяжело опасть. Тут проще просто лупить не наточно, не выцеливать. О, убил кого-то. Вот так уже лучше. У меня идет. Так, последняя стрела осталась. А кто из них враг? Блин, меня тоже опал чувак в голову. Пока что мне нравится. Этот персонаж, тут когда стоишь издалека, настреливаешь и не паришься. Для ближнего боя есть короткий меч, для дальнего лук. Ого. А что за бред? Понятно. Баги. Жесть. Прорываем. Не знаю, это лошадь наша или нет. Да. Попал в своего. Мы проиграли. И сколько монет? Я чуть не увидел, сколько монет насыпали. Давайте еще раз на перекресток сходим. А, хотя, знаете что? Давайте лучше пошли в PvP. Как бы массовые бои неплохо, но PvP мне больше нравится, потому что там как-то интереснее можно зарубиться. Так, назад. Вот так лучше, наверное. Нет, это выйти из игры. А как покинуть матч? Ладно. Рот на колышек сел, походу. А там реально какой-то бред с колышками. Я зависал на них и падал, и ничего сделать не мог. Меня больше интересует, как мне... выйти. Давайте один на один. Поиск. Hello? А, вот так выходит. То есть нажимаете выйти из игры, а потом плавное меню. Окей, давайте с рангом. Поиск один на один. Поехали. Подеремся в рейтинговых сражениях. Разомнемся хотя бы. Ничего, такая, что 1 на 1 и 3 на 3, наверное, самое прикольное. Так, кого бы взять? Рапирщика давайте. Кстати, арены офигенные сделали для этого. Раньше они были отстойные. Давай, мужик. Ни хрена себе. Ай, как прыгать? Еще не отпрыгиваю. А, понятно. Ой. Понятно. Прыжок пробел. О, достал?
ни хрена себе, он догоняет меня, когда я отпрыгиваю на легком классе. Он фулл латный и догоняет меня? Это что за бред замутили? Ага, еще и репосты делает. Ни хрена себе, нет, он и репосты делает, зараза. Отражает удары. Так. О-о-о! А ничего, что я блокировал? А как он пробил блок? Что за бред? Я же блочил. Ладно. Давайте попытаемся иначе как-то. Он быстрее, чем я, такую. С двух ударов. Я его тыкаю очень слабо. Я два удара ему... Он сделал мне два удара, убил. Я сделал два удара. Я сделал ему два удара и нанес всего лишь 35 урона. Да. Так, главное меню, давайте посмотрим. Окей, рапирщик что-то пока что не работает. В том плане, что ты прыгаешь, а тебя догоняют все равно. То есть ты не можешь отпрыгивать прыжками просто. Раньше рапирщик был неплох. Ждем подбора. Его выбрать. А прикиньте, лучника взять. Не, не хочу брать щитовика. Щитовики сейчас отстойные. Ну, танк-то, по идее, будет говно. Ого, обманные трюки, я не знаю, как их делать. Ё-моё. Боже, как ты бежишь так на меня? Жесть. Меня, походу, отборочные кидают с какими-то задротами. Чувак, чел, который со мной дерется, он обманные трюки еще делает. Да ё-моё. Да, обманка опять была. Так, а что он я атакую? Пускай он атакует первый. Ага, то есть обманка и убийство. Так, как интересно обмануть, а ну? А, Р-ка обмануть, понятно. А, блин, не успеваю блочить. Мечом кидается. Не, не достаю этой булавой. Странная система блока. Давайте щит, может, возьмем. А, у меня этот билд вроде бы на щит, щит еще рассчитан. Я вот так могу делать. Да щит же был, алло. Это бред. Что они замутили щитами? Щиты бесполезные, никто щиты больше носить не будет. Какой смысл щита, если ты можешь мечом дать то же самое, что и щит делает? Это же идиотизм. Он понимает, что я биться не умею, уже прикалывается. Плохо. Картка пропала, Аван в Киев поехал. Так,
Это второй отборочный. Хотя сыпят неплохо, на самом деле. Сыпят лучше, чем даже в обычном режиме. Давайте еще раз подеремся. Один на один. Так, ну танковый билд. Можно всех моих танков разбирать. Щиты просто убиты напрочь в игре. То есть сейчас смысла щитов нету. То есть разница между щитами и между обычными мечами, что щит просто отбивает все виды атак с разных сторон. В то время как мечом тебе нужно прицеливаться, какую сторону ты отбиваешь, там правую, левую, вверх-вниз. Вот и все, вся разница. То есть щит настолько был понерфлен сильно. Раньше ты вставлял просто защитную стойку, и тебя били по щиту, пока ты не выйдешь с нее. Обидно. Сейчас, по идее, хрен найдешь чувака с щитом, кто будет играть. Ну, бессмысленно просто. Давайте свои хантер попытаемся. Ой, это рапирчик, кстати. А, через отпрыжки. Но он успевает себя отпрыгивать. Кстати, он успевает отпрыгивать, этот парень. А ну? А почему я не мог? Они, походу, как-то рывок умеют делать. А ну так, снизу. То ли Цвайхандер не подходит для этого. Жесть. Я не достану до него. Он даже не ведется на обманные удары. Одним ударом. У него брони не было, поэтому мне надо развести его одним ударом всего. Пытаюсь заспамить меня, что ли? Так, мне надо стамин восстановить. Ну, что-то, видите, рапирщики дерьмо стали какие-то. Ну, не знаю, то есть, типа, я чувак, который не умеет драться, убиваю рапирщика. Раньше они были капец жесткие. О, что за фигня? Не достанет он до меня. У него короткая рапира, надо стамину. Ай-яй-яй. Не успел я заблокировать удар. Да ладно. Он просто спамит, зараза. Он... О, на тебе. Фух. Так, мне надо отдохнуть, у меня стамина заканчивается, как и у него. Зараза. Отлично. Блин, я по голове не опал. Да ё-моё. Зараза, не смог его добить.
Он даже не пытается уже ничего делать. Так, а что я нападаю? Пускай он нападает. Я что-то в стойке защиты вечно. Нате. Ну, с этим, видите, на серебре уже равно дерусь с ним пока что. Вау! А это что за нахрен? А как с ним драться? Я не знаю. Сука! Как он будет бить? Это последний бой. Ой, ёкарный бабай! Все, труп. Я рано заблочил. Блин, это, конечно, было жестко. Это было жестко. Я не ожидал этого. Я этого реально не ожидал. Он класс сменил, а там в чем проблема? Это оружие вроде бы новое, если не ошибаюсь. Я, ну, клевец, он дорогой, как бы считается. Дороже, чем свой Хантер по очкам даже. И у него очень длинный замах. То есть... Тайминги замаха, учитывая, что я... В игру не играю, я понятия не имею, какой замах. Я ставлю блок раньше времени, и у меня блок спадает, и клевец попадает. Дважды так меня клевец пробил. Ну, было прикольно. С этим чуваком хотя бы было не так печально, потому что я чувствовал, что у нас силы плюс-минус равные. Но рапирщики говно, вот я уже убежден. Раньше рапирки были очень неплохие на арене. Было прикольно с ними рубиться. Сейчас рапирки это говенцо. Ну, сами видели. Чувак с рапирой... Меня бьет раза 2-3, я в итоге даю один удар, и он умирает. Давайте пока будем на своей хандере, потому что у меня лучше всего на нем выходило биться. Фух. Говорят, ты неплохо играешь. Ну, не сказал бы. Ни хрена себе, что это такое? Что это за нахрен? У него топор, он очень сильно будет бить. Интересно, а может кинуть топор в конце? Было, что он промахнулся. Так. А что он атакует, когда я атакую? Странно очень. Он на моей обманке вообще... Ну, я обманки очень быстро сам сбиваю. Ему будет тяжело, у него короче оружие, чем у меня. Обманка не сработала? Он не достает просто, видите? На тебе. Ого! А это что, новые отпрыжки через топор? Это была твоя ошибка, кидать топор в меня. Я просто... Вот еще тупая тема, что так легко отбивать топоры, когда которые он кидает. Он пытается эти подобрать. Ой, блин, там... Что? Это что за нахрен? Он кулаком меня вырубил. Как? У меня половина хилсов было почти. Бред. Блин, не понимаю, как он бьет вообще. Свои топоры метает, засранец, меня вечно. Гребаный Рокки, да, пацаны? Реально Рокки какой-то. Да я кидать не умею, мне перка нет на бросание оружия. Отразил его. А что за блок не сработал? Ай, а чё блок не работает? У него быстрее, чем у меня. У него быстрее топор. Удар. Выпад сделал. Я раньше нажал, но у него просто... Он короче.
Нихрена себе. Что он делает? Ай! Да что так быстро? А, черт, вот это была ошибка. Я не надо было бить. Ладно. Засранец кидается топорами. Хотя у него топор, видите, в ближнем бою, если бы он не кидался, вообще шансов мало у него. Боже. Да это бред какой-то. Как его реально перебить, когда он так машет? Стамина заканчивается, интересно. А, кстати, я вспомнил, в чем еще в игре большая проблема. Ты когда атакуешь, что стамина не заканчивается. Заканчивается стамина. А, все, я получу удар. Что? В полете? В полете удар ногой? А? Реализм? Мужик в фулатах в полете ударил меня ногой? Mortal Kombat, привет! Что это было вообще? Чувак начал просто драться, как-то бегать, странно, непонятно, махать топорами. Да. Но бил себя прикольно у чувака в плане метания. Ну, видите, его отразить легко. То есть даже неопытным. Топор у него в бою такой себе, не ахти. Видите, копейщика возьмем. Проверим копейщика. Я, кстати, на копейщике мало дрался. Хочу проверить просто его силу. Чувак, и сюда каждое утро в латах прыгает, что-то такое. Ну да. Так, это выпад. А как копье бьет? Вот так. Ай, блин, я забыл, у меня что-то перка. Он не даст мне. А чё я отойти, кстати, от него не могу? Я что-то одно не понимаю. Чё я от него отдать не могу? Я же лат, ну, не фул латы, он фул латы. Почему я, когда отступаю, я не убегаю от него? Ногой отразил. А, я выбил у него оружие, у него стамина закончилась. Вот эти дурацкие кулаки, конечно, которые дамажат, как не знаю что. Меня опять с кулака убили, это вообще такой маразм, блин, бесит. Я у него оружие выбил, потому что он стамину и переборщил. А урон будет у копья? Боже мой! Вот копье говно! Как поменять? Надо поменять, наверное, оружие. Копье говнище. Кстати, у меня самое смешное, что у чувака белка из этого. Новый герой из доты. С ним просто в тупую рубимся. Ай, зараза. Ай! Надо, короче, не блочить. Это бессмысленно. Не подходи, засранец! Какое же копье бесполезное. Правда, стамина очень мало расходует, что мне нравится. Я его запинал. Давай. Блин, я фигню сделал. И за прямые выпады. Я что, стойку Мартхау взял, что? Не понимаю. Боже! Почему урон такой маленький? Почему я его бью по 14? Что это за урон? Я походу стойку Мартхау взял, что-то не понимаю. Как я изменил? Почему урон стал такой маленький? Я его ударил раз 7 или 8. Он не умирает. Засранец. 14 урона!
Как он успел это заблочить? Ух. Короче, чем прикольно копье, оно очень легко выбивает оружие с рук. Вы видели, как оно вылетает? Фух. Это потный бой с этим чуваком. Не опал? Ай, меч. Да, это мой косяк. Я слишком сблизился с ним, нельзя было сближаться. Но он оружие поменял, он класс поменял, по всей видимости. А мне нравится это оружие, потому что я выбиваю. Беги, зараза. Да ударь его нормально. Мне нравится, конечно, эта штука, которая выбивает все с рук. Блин, копье офигенное. Раньше оно было говном. Чувак, это странно, он даже блоки не ставит. Фух. Я выиграл! Первая победа! Я первый раз выиграл. Кстати, вот копье пока что то неплохо, учитывая, что у меня на классе там еще 8 очков осталось. Мне пока нравится копье. Сейчас еще раз попытаюсь с копьем, наверное, ребят, побегать. Оно шикарное. Че не говорите, оно прикольное. И знаете, чем его прикол? То, что я просто спамлю врага, и в итоге враг теряет всю выносливость, и он теряет оружие. А копье, по теории, при блоке вообще очень мало требует выносливости, и я просто переигрываю по спаму. Но по теории мне кажется, что копье можно переиграть через рапиру. То есть рапира переигрывает копье. Говорят, в маунте только так. 3 метра копья слишком много. 3 метра наоборот в маунте мало. Чем больше, тем лучше. Ну, маунт не сравнивайте, там вы на лошади. Мы же тут деремся на ногах. Пеший бой, а не на лошадках. Будь бой на лошадках, то тут бы как копья решали. Самое смешное, что у меня даже рейтинга нет, но меня уже откинуло на 9000 место. А стартовало с 5000 места. Ну, потому что я раньше, когда играл, я ж там поднялся по рейтингу так себе, более-менее. Но потом я забил, как бы на год с чем-то. И тут все перебалансили полностью. Так, беру копейщика. Посмотрим, кто у них. Сейчас кинет меня, смотрите, кинет стопудово. Что он готовит? Пацан странный. А, блин, я не убегу от него, это невозможно. Как он так быстро бегает? Ладно, я в атаку вхожу, нахрен защиту. Бесполезно. Он через обманку играет. Так, блях, он достал. Нафига вообще блочу его, эти обманки топором? Короче, если он играет через обманку, значит спам должен пахать на него. В смысле? Он уже обманки не юзает. Ничего не понимаю этого чувака. То обманки юзает, то обманки перестает юзать. Как он знает, когда я буду бить и когда буду дефать? Чувак просто спамит. Он стамины не имеет.
Блин, у меня стамина закончилась. А, у него ни хрена не закончилось. У него три оружия на замену. Он, походу, знаете, собирается так, чтобы на каждый класс у него что-то было. Первую ошибку он печно делает одну и ту же. Я убирать от него не могу. Боже, а где он? Понятно, буду отступать, буду использовать дистанцию копья. У него все ближний бой. У него все оружие скоростное для заспамливания. Зараза, он кидает прямо на атаке. Боже, конь! Эй! А это блок, кстати, непонятно, что блок не сработал, но последний удар я блочил правильно. Значит, парень оделся в фулл латы и заспамливанием занимается. Ну, окей. Пока что не знаю, как с этим биться пацаном, который так играет. Ну, то есть копьем точно я не знаю, что делать, только убегать. Но большая проблема, что мне не хватает, наверное, чувствилки мыши. Я не успеваю разворачиваться и ответку давать. Я когда разворачиваюсь, я теряюсь в пространстве, где он. Напиши, что чел знает, что топор имба. Я сейчас смотрю, реально, кстати, топорщиков очень много. Один топорщик с одноручным, второй с двуручным. Что-то реально очень много топорщиков пошло. Раньше топор был не ахти. Так, я еще раз копейщика возьму, проверю. Мне нравится пока копейщик, благодаря тому, что у него удары средние по скорости, но при этом дальность хорошая. Ого! Ага, ну то есть, короче, я бы в любом случае проиграл, потому что он стамину сжигает гораздо сильнее, чем я. Если я блочу, с ним нельзя, короче, зарубаться. С ним нельзя зарубаться, он стамину всю сожжет. Где он? Я не понимаю, где он! Сука! Что в этой игре так такая проблема? Я теряюсь просто, где он? Это жесть! Боже мой! Так, нельзя, сейчас стамина нужна. Зараза. А как он? А как так? Я ж не понял. Я же ударил его, он отразил. Как он так быстро ударил мне в ответ? Мечту выпад не такой быстро, как хотелось того бы. Что-то не достаю до него. Черт, как ударить бы и отступить. Не знаю, что-то я его не выбью оружие с рук. Ого, догнал? А, он понял мою тактику, он просто гоняется за мной. Так, надо менять класс, а можно поменять класс? Ага, я чуть не понял, а это с каких пор обманки? А с каких пор обманки можно делать так много раз? Он сделал 4 обманки. Yeah! 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 Yeah!
Так, ну ладно, рапирщиком я его переиграю, потому что рапирщик быстрее. Конечно, у меня шанс остался всего один из четырех. Опа, это лажа. Я не успел отпрыгнуть. На рапирщиком все проще переиграть его. Только надо было в голову бить, у него не было брони на голове. Ну, да, конечно, молот тоже тяжелое оружие. То есть выходит, что если я блочу удары молотом, мне хватает трижды сделать блок, и у меня кончается выносливость. Я ничего не сделаю после этого, когда он меня тыкнет. Копье совершенно не годится против молота, потому что они заспамлят. Говорят, сенсу сделай меньше. Ну, давайте. Вообще вырубить покачивание головой. Нафига мне это надо? Так, этот сенса бы еще найти. Я, наверное, на мышке нажму просто сенса меньше и все. У нас пока подбор врага идет. Вот, ребят, в этом и прикол молота. А, да, но молот переигрывают быстрые классы. То есть, типа, всякие там рапирщики его спокойно переигрывают. Просто чувак был более опытный, чем я. То есть, в том плане, что он переиграл именно из-за скилла. То есть, в конце, когда я взял рапиру, у меня было огромное преимущество. Просто я еще не понимаю, как отличить обманку не от обманки. Я вот раз умер, потому что он меня обманками заспамил. Я вообще был удивлен. Я сделал 5 отпрыгиваний, а чувак сделал при этом 4 обманки, и у него хватило стамины на удар. Это вообще жесть какая-то. При том, что он все время это спринтовал. Он просто бежал спринтом и тыкал в меня. Так. Давайте еще раз. Копейщик, а потом перейдем на другого. Надо будет топорщика сделать, проверить. У меня топорщика пока нет. Никого. Ну, понятно. Да, блин! Да достали своими молотами. Чё все с молотами бегают? Отвалите. Ладно, не убегу я от него. Ой! Да ну нахрен, что с этими молотками не так? Они ваншотают. Как с ними драться? Ничего, по голове бьет. Ну это бессмысленно, я его никак не вынесу. У него еще меч. Это что за овосек? Это бред. Так, не-не. Давайте рапирщика. Это бесполезно. Так, будем рапирщиками пока работать, потому что он слишком медленный. Но опять же, одно попадание, и я сдохну. Опа! Это самое худшее, что бывает, когда я промахиваюсь. Он понял, что меч нужен, видите? Все. Он понял, видите, как бы рапира переуделывает молот. Ему надо рассыпать мне его задача. А мне надо переиграть его тычками. О, да ладно, на меня было. У
Я отдохнул у него, он выбит мне сейчас с оружием. В смысле? А я, может быть, быстрее, чем он? А сейчас труп. Что это вообще было за хрень? Не совсем я понял. Как он умудрился меня опередить на молоте, когда я рапирой бил? Ага, репосты. Что за скорость? Ты тоже что ли ты, рапира? Охренеть у него скорость. Он мне просто опережал по тычкам справа-слева. Ладно, давай. Он мечом пытается. Угу, репостами спамит. Четыре-четыре. Че, чувак? What the fuck is that? Это, мать его, рапира! Это не твой клевец гигантский. А че я не могу рапать это дело? Не достаю. Да, бляха, к нему отпрыгивать. Да че не отпрыгиваю, ничего не понимаю. Да, почти. А хотя вот Мяу оформила подписку на 11 месяц. Спасибо, Мяу, за подписочку. Еще один месяц и будет год. Кстати, я Мяу давно не видел. Реально. Ну что, погнали еще раз. Сражение, конечно, обидно. Одной поветки не хватило. Но это все из-за того, что я отъехал копьем трижды. То есть, типа, я отъехал трижды копьем, а потом сыграл с ним 2 на 4. То есть, копье вообще там не рулило. Родимый год двурук. Двуруками я проиграю априори, потому что, смотрите, там, если будет сейчас молоты, заметьте, сколько молотов. Одни топоры и молоты, что-то я вообще не вижу. Ни двуруков, ни копий. Рапира одна была. А где двурук мой? Топ, походу. Давайте, у меня, правда, перки остались. Так, тоже дурак. О! Я не это хотел. Ладно. Точно, ты хочешь на кулаках? Ну давай. А как он отхилился? Я вообще не понимаю, как они хилятся? Я же его больше пробил, чем он меня. Что за бред? Вот так это прикол с хилом еще непонятно для меня. Хочешь подраться? Давай. Нормально теперь. Ага, он атаковал, ладно. Блин. Так, я лучше стамину восстановлю, потому что я по стамине просрал капец. Боже, я еще ударил его. Отлично. Он выиграл в бою, я на мечах. Давай! Какой-то, какой-то новичок, как я. Ну, тут кто не играл, он что-то слабо все делает. Чё? Это что за нахрен было? Удар по ногам на всех лсы? Это как он вообще умудрился сделать? Типа вот так? Ну так же меч ударится об землю. Ладно. Не подходи, буду махать.
Отлично. 2-2. Так, князь, что там со стаминой у него? У меня стамина тоже в жопе. Блин, я зря обманку кидал. Опа! Театр. Блин. 75 хилсов? Как он отхилился? Ребят, что за бред? Почему они хилятся? Я ничего не понимаю. Там что, перк на хил есть, что ли, для арены? Я его ударил на 50 хилсов, и он 75 имел в конце. Там как будто кто-то отхил есть. Опа. Эй, чувак. А ну, я отхилю сейчас или нет? Все не прыгают, все добивают. Нет, чувак, не новичок, учитывая, что он знает про такие добивания. Я не отхиливаюсь после удара. Отхил со временем. Да в том-то и дело, что я не отхилился ни на хелс. Ай-яй-яй. Как, знаете, пытаемся отхилиться. Нифига не хилит. Видите, не хилит меня. Там перк какой-то у него взят. Там на перк, блядь, на отхил на арене. Он порой спасает. Чё, блок не сработал. Перк на отхил нужен, стопудово. А, все, это был конец. Так, давайте сейчас посмотрим. А перки я не совсем понимаю, потому что это реально дичь какая-то. Я бью Цвайхандером, одним из самых сильных мечей по противникам, и при этом они какого-то хрена бывают по 2-3 удара переживают. В чем же фишка от хила? Где она работает? Так, нет, не двурук. Мне нужен был топ. Топ. Изменить. Смотрим на способности. Танк получает меньше урона в ближнем бою, лечит и лимит лечение, лимит поворота снижены. Акробат, драчун, меньше размер, но получает больше урона и двигается медленнее. Нифига себе, это убийство. Пока что не вижу, где вот такой перк. Я пока что не вижу, в чем фишка, как они хилятся. Тут такого нету нигде. Таких перков нет просто. Давайте оглушение возьмем. Сапоги возьмем. А, так я в говнодоспехе, все понятно. Я просто в говнодоспехе. На Цвайхандере. Ну, понятно. Окей, у меня билд, проблемный билд был в том, что я просто в дерьмище одет. То есть меня поэтому и прорезают. У меня там, я думал, латная броня, нифига. Полулегкая. Полусредняя легкая. Там ни одного лата не было.
Жажда крови нет? Нет, нет. Жажда крови, она после убийства тебя лечит. Они именно даже как бы не краснеют, когда я их бью. То есть там такая фишка, как будто у них какой-то пассивный отхил. То есть они, допустим, сражаются со мной, я ударил рапирой там 2-3 раза чувака, а он отхиливается немного. И приходится на один удар делать больше. Это неприятно. Потому что и так, зачастую один удар решает исход битвы. Дима, нельзя. В средневековье его там убьют. В смысле нельзя? Эти дроты уже умерли миллион раз. Это горцы, считаете. Они умирали и обучались, как надо драться. А я еще не обучился. Надо будет топор еще посмотреть. О, давайте вот ветерана возьмем. Стандартного. В смысле ожидания игроков? Я пришел на поле, а никого нет. Возьму сейчас булаву, проверю. Или спрашивают, что новых топ оружия нету. А, точно знаю, что была перебалансировка. То есть на данный момент решают. Решают. Часто используют топоры, а раньше топоры это были редкость. Раньше все любили свайхандеры, рапирки, щиты с каким-то мечом. Ну, то есть, типа, зачастую использовали три вида оружия. Тебя выгнали с сервака. Причина матча закончен. Окей. Этот топор ты станешь. Сейчас надо. Мне билд, не знаю, топор есть, да, есть. Я мародера потом возьму. Я стартовые пока наберу билды, потому что все равно не знаю, что лучше использовать. Хотя, походу, все-таки метать оружие может любой. Дайте вот топор как раз в первом бою, а потом уже булаву. Походу, любой может оружие метать. Не нужен даже перк на метание. Ну, по виду он короткий. Джеки Чан. Что? А топор будет блочить? Я понял, почему это Джеки Чан. Я понял. Почему это Джеки Чан? Теперь понятно его клик. Уха, бляха. Это было страшно. Он почти опал по голове. В смысле? Это что? Это как? Это как он выбил мой топор? Я чуть не понял. Это что за читы? Как же Кичан выбил мой топор? Ай! Опасный Джеки. О, Мортхава, конечно. Все, сейчас я труп. Отвали, Джеки Чан! Отвали, Джеки Чан! Так, я рапер... Дайте возьмем другого кого-то. Футмана. Это жесть. Ни хрена себе. А где меч? Ладно, давай подеремся на копьях. Джеки. Нет. О! Не успел. Не понял, а как это так? Почему его меч оказался... Джеки Чан, ты что думал? Меня ногой запинать. Вот ты гаденыш. На тебе в промежность копьем. Я добрый. А, и не опал? О, да, не достал. Отлично. Что-то Джеки Чан сдувается. Нормально. Все, Джеки сдулся. Он понял, что меня не берут его ноги. Я обучился мастеру, который... ножками. Чик-чик-чик. Он такого же взял, смотрите.
Джеки Чан. А что с тобой не так, Джеки Чан? Ох, зараза! Вот, смотрите, эти приколы только что видели. Я ударил его 50 и 47, а у него осталось 53 хилса или 55. Как так? Я ему 90 нанес урона, почти 100. Ага, понятно. Что? Метание убивает? Ни хрена себе. Как же метать копья? А, понятно как. Все. Угу. Зараза. Не того взял, конечно. Чё такое? Короткое копье рулит. Если меняет класс или нет. Победа! Yes! Переиграл его на мелком копье. Ого! Ни хрена себе. Я повернул голову на правый экран. Вы говорили, мяу подписалась в АвтоФК, нифига подобного. Мяу поддержала на 5000 рублей и написала, я не пропала. Я на ютубе смотрю ваше видео. Вот сейчас уеду в отпуск, поэтому пропущу пару недель. Спасибо огромное, мяу, за крупную поддержку. А, ну понятно, ну, видно, что переподписалась. Я уже заговариваюсь, потому что пацаны писали якобы авто... Ну, автоматическая подписка. Ну, приятного тебе отпуска. А я пока что буду трениться дальше на нагибе. Там пишет, меня все-таки в чате. Да, ребят. Ну, на самом деле, меня уже никогда толком почти в чате ничего не пишут, поэтому ее редко, ну, можно обнаружить. Хотя, я вам сказать знаю, на Твиче вроде бы, если не ошибаюсь, можно вывести весь список людей, кто авторизирован, кто смотрит. То есть, по сути, можно увидеть, кто смотрит, кто не смотрит. Мне Нит об этом рассказывал. Наверное, спамер осуждаю. В смысле? А как вы хотите, чтобы я выигрывал? Как мне побеждать? То есть, мне не спамить, а что мне делать? То есть, когда меня молотом забивают, как мамонта... Кстати, самое смешное, что я реально в конце два боя выиграл спамом, быстрым ударом копья. Чувак ничего не мог сделать, потому что у него в итоге длинное копье не успевало за моим коротким. Поэтому кто говорит, что длина не главная, тот ошибается. Длина это самое главное. Так, давайте погнали. На ком мы еще нет? Ну, лучник это смерть. Инженер смерть. Давайте еще раз с футманом. Понравился мне класс футман. Это, кстати, стартовые классы, которые сделаны игрой. То есть я их не делал. Зато я могу метать вещи. Ай! Все, я труп. Нифига себе, у него меч быстрый. Я труп. Он слишком быстрый, я его не срублю. Что? Блин, два удара. Опять, я ему 60 урона нанес, а он меня убил с двух ударов. Так обидно вот умирать реально со двух ударов. А он по ногам бьет, чтобы специально быстрее было.
Ой, это видно, задрот. Крутит мышку через всю экран, вертушки делает. Я его не выиграю. Он вертушки делает через весь экран. О, видно, что на этом классе играет. Стамина нужна. Я потеряю оружие. У меня выносливости нет. Это бред. В смысле? А где мое оружие? А! Мужик, стой! У меня оружия нет. Что это за бред? Нет! Не надо! У меня ТП оружие какое-то есть. В смысле? Почему я не могу топоры метательные брать на поле боя? О, спасибо, мужик. Серьёзно, стамины? Бляха. Короче, я не понимаю, что у него со стаминой. У него стамина вообще не кончается. А, я проиграл. Печально. Нет, чувак, видно, что он лучше просто, чем я. Он и раскручивает мышку, там карусели делает, я ничего сделать не могу. Ну, в том плане, что он бьет и обманки прокидывает. Когда останется 10 хп, он достанет меч. Не, тут, короче, в игре есть огромная проблема с выносливостью. Она почему, в чем вся проблема заключается? Твои атаки не тратят выносливости, что абсурд. Ну, в том плане, что здесь кто защищается, тот в итоге... То есть ты не можешь дефаться бесконечно. Ты рано или поздно устанешь, у тебя либо выбьют оружие с руки, либо ты упадешь вот на землю, как я только что упал, и меня добили. То есть выходит, что тот, кто спамит и атакует, тот имеет преимущество. При этом каждая твоя атака, она не теряет выносливость. Ты наоборот, блин, получаешь только преимущество. Выносливость стоит на месте, а при этом враг потихонечку отъезжает. Давайте возьмем еще раз рапирщика. Это закон жанра. На самом деле, закон жанра — это при каждом ударе терять выносливость. О, первый щитовик. Да ладно. Тоже рапира? Ага, я не могу отпрыгнуть. Тоже рапира, кстати. Боже, он бронированный. Не, ну тут, короче, проблема в броне. Я его ударил больше, чем он меня, но он из-за того, что в латах, он, типа, меньше урона получает гораздо. А, это не рапира, это меч у него. Не, надо брать что-то другое. А, давайте возьмем копейщика. Бессмысленно просто использовать рапирщика с ним, из-за того, что он слишком ладный. Мне надо ударить его раз, наверное, 7-8, чтобы убить.
Он сейчас потеряет просто. У тебя стамина не бесконечная, мужик. Щиты... В этом-то и ошибка щит. Ну, слабость щитов. Потеряй щит. Или щит уже не теряет выносливость. Щит потерял. Ну вот и все. Тебя заспамили, мужик. Потому что механика тупая с выносливостью. Я тебя просто вынес щит выносливостью. Тебе нужно атаковать, или будешь стоять, так ты рано или поздно проиграешь. Опа, по ногам. Ноги не блочат. А, понятно, что они ноги бьют. А, ноги, блок не работает. Он выносливость получает. Блин, я умру. Да, плохо. Я там, короче, косяк сделал. Надо было колоть его. А может быть, колоть его, а не размашистыми ударами бить? Это будет лучше. Вот так лучше. Его щит не спасает вообще. В таком раскладе. Нашел против него способ драться. Да как так это вообще возможно? Блин, плохо. Нашел с ним способ драться, но проблема в том, что нам надо смотреть, как он двигается, не отступать, за ним следовать. Да, блин, как меч промахнулся. Вот вообще такой дурацкий удар, как я промахнулся вообще. Мне надо стамину восстановить, потому что у меня очень плохо все. Как он догоняет? Ничего не понял, как он меня догнал? В латах. И 90 урона, да. На самом деле... Неплохо с ним дрался, но что-то я так и не понял, как он меня в конце догнал. То есть, типа, я вроде бы убегал, а он взял, побежал за мной и догнал. Хотя я более легко одет. Давайте немножко выйдем и еще раз. Это какой-то выпад был. Да нет, это не выпад был. Если это был выпад, он в конце бы не стоял подо мной, а рядом и не махал бы. Я бежал долго. Это не выпад, это просто... в игре, походу, на PvP тоже работает механика, как и на, ну, скажем, массовом PvP. Тут какая в игре тупая еще одна механика, что ты догнать противника, ну, убежать от врага невозможно. То есть ты, когда начинаешь убегать от врага, то задний чувак получает сразу же мгновенно ускорение, там, примерно процентов на 20. То есть ты не убежишь. Если ты будешь бежать, за тобой будет ускоренно гнаться враг, и он тебя догонит. В этом вся и печаль. То есть, как бы убежать даже от латника невозможно. Даже если ты одет в легкую броню, латник тебя все равно догонит. И это обидно. А мы опять играем с этим чуваком. Да, опять с ним же. Как он успевает быстрее пробивать, чем я?
Ну как? Я не понимаю, нифига, как это он сделал? Ну понятно, пинг 16. Понятно, как он меня убил. У него пинг на 40 лучше, чем у меня. Я его первый ударил, а он меня убил, потому что пинг «Привет», говорит. Чувак живет в серверной игре. Я не знаю, как иначе это назвать. Бля, 10 урона? Опять промахнулся. Он может размениться со мной легко. Да ну нахрен, опять щит пробил. Да. Давайте еще раз. Алло? Соединение разорвано? Это что за дело? Прикольно. То есть вы на рейтинговой игре, а меня выкидываете просто? Окей, ладно. Даже так? Пускай. Пускай так будет. Она пишет все дело в пинге. Не, на самом деле, пинг 40. Ну, как бы, это на самом деле немного. Это, в общем-то, знаете, пустяк. Но именно в том моменте оно, по сути, не сильно помогает. Там, пускай раз, может, 30, из 30 раз раз играет, вот как раз... Нет, 30 раз в конце в обмене ударов и случился, потому что по факту у меня показано, что я ударил его копьем раньше, но он меня пробил мечом, а я его нет. Если я попал в него копьем, его удар мечом сбивается. И, соответственно, я бью его, а он меня не бьет. Но из-за пинга вот эта сороковочка, как раз его атака и достигла меня раньше, чем... чем я его. То есть, видите, пустяк. Так. А, я понял. Игра обновилась, а пока мы играли, это, кстати, это какая-то мега-мистика. Чтоб вы понимали, я последний раз обновлял... Секундочку. Игра не обновилась, что за бред? Меня забанили или что? Что происходит? Какая более новая версия игры? Чего вы врете? Чего вы врете мне? Говорят, Димончик, не хочешь показать еще раз Element TD2? Давайте сейчас еще сыграем... как бы... пару боев, потом пойдем в Unlisted покатаем, а потом, если будет желание, поиграем уже в Element Tower Defense 2. Говорят, тебе чувак из серверной доступ ограничил. Кстати, да. Вполне вероятно. Он сидел в серверной, такой смотрит, такой, гад, меня почти одолел. Нет, такого не может быть. Бан. Говорят, бан за высокий пинг. 50-ка, это не так уж и много. Будь у меня там 100, да, это уже средний. Такой, знаете, вот для таких игр пинг как бы очень сильно решает, но я думаю, что вплоть до сотни это играбельно еще. Да, конечно, будет порой гореть, когда-то будете биться 16 против 100 пинга, потому что это, по сути, пол времени реакции. Это очень много. Но, в общем, это играбельно еще. Неиграбельный пинг зачастую это выше 100 с чем-то. 150 это уже будет. Ну что за бред? Какая более новая версия игры? Алло. Так, короче, по всей видимости, ребят, чувак из серверной разозлился. У меня никакой новой версии игры нету. Вообще, смотрите, еще раз давайте перезайдем. Хоть бери и что ли, может, надо Steam перезапускать, чтобы поиграть. Ну ладно, я думаю, что если так, то ничего страшного не случилось. Просто бет никаких нету. Окей, давайте еще раз пытаемся зайти. Если не пустят, то пускай уже. Пойдем, в Unlisted погоняем. Завтра попытайся проверить целостность файлов. Я это делать не буду на стриме, потому что это сейчас займет минут 10. И ждать минут 10 на стриме, пока там проверят все файлы, это тоже глупый вариант. Ну как, не то что глупый, а бессмысленно.
Хоть у меня там и стоит на NVMe диске файлы, но игра весит вроде бы около 20 или 30 гиг. А может даже больше. Timurth Howe даже больше вроде бы весит. В этом Goldfare говорит, у меня когда пинг 100 с плюсом, я бегаю всех рублю, а меня никто не трогает. Это в этой игре? Ну, тут очень много зависит еще от сетевого кода. А, просто есть несколько видов сетевых кодов. Есть такой сетевой код, когда у вас большой пинг, вы бегаете, всех рубите. То есть, я уже рассказывал историю, что я зашел в какой-то шутер, вообще не новичок, ничего не умею, и начинаю всех раскидывать направо-налево. Счет, что там 25-1 или что такое 25-2. Я такой, о, какой я крутой, типа, всех нагибаю, всех насилую. После этого читают чат, и там пишут на английском, достал этот пинг-лагер, как с ним играть, достал этот типа, бага-юзер. Я так думаю, а ком они это? Потом смотрю на свой пинг, а у меня там пинг за 200 с чем-то. Зато я их раскидывал. Просто все зависит от сетевого кода. Кривые сетевые кода, когда там у клиента может быть пинг бешеный, и данные клиента более считаются важными, чем данные сервака, тогда это... создает такие смешные темы, когда пинг-лагеры нагибают. Кстати, пинг-лагеры нагибали еще в PUBG в начале. Вот когда вот ты заходил, вот мы играли, помню, на азиатских серваках в PUBG, и у нас большой пинг, мы забегали, расстреливали азиатов, и при этом они даже не понимали, откуда мы забежали. Вот сидят 4 чувака в кемпе. Мы забегаем, расстреливаем чуваков, а они потом начинают последний куда-то стрелять на вход. То есть мы уже забежали, а на вход начинают стрелять. То есть, знаете, как будто заторможенный. На самом деле это просто как бы сетевой код кривой. Дима, такая же хрень была, когда играл в онлайн Call of Duty 2. Ну, это кривой кодинг, но зато поражать можно. Дима поди плакал, думал, что он киберкотлета. Оказалось, что просто мерзкий лагерь. Не, ну ты что-то там игра какая-то была дерьмовая. Там игра была такая, знаете, там онлайн был в ней... пару сотен человек, какой-то шутанчик, то ли на движке халфы сделан. Ну, короче, игра была вообще ноунеймовская. Я просто залетел туда, начал катать, такой думаю, блин, что за, как бы, думал, что за раки играют, что я такой нагибатор. А потом просто я понял, какой у меня офигенный, ну, точнее, пинг. Хотел сказать сетевой код, но пинг правильнее. Короче, ладно, ребят, по всей видимости, это не проблема у меня с версией. Вероятнее всего, сейчас будет обновление ставиться в Immortal Hall. Очень вероятно. И поэтому мы не можем найти матч. Видите, у нас поиск матча не идет даже. По идее, в этом дело. Ладно, ждем еще 2 минуты. Если ничего не будет, то пойдем в другую игру катать. Ну, прикольно, кстати, статистика. Убийство кулаками, огнем, убитые баллистой. Убитые навершием. Ну, вот, я не использовал тренировочные мечи и навершие. А блоков, видите, сколько блоков у меня? 3000. Хотя, опять же, не указано, блок мечом или щитом. Тысяча 300 убитых. Да я машина смерти. Ладно, все, я вижу, что, короче, сервак не пашет, игра говорит, не сегодня. Окей, ребятки, что тогда? Я с вами не прощаюсь, давайте... О, и обновление. А вот и обновление вышло. Но все равно, я думаю, закончим на этом уже. Сколько оно хотя бы весит перед прощанием, посмотрим. Ну, короче, какой-то патч-фикс. Небольшой. Ладно, на этом тогда пока что закончим, ребята. Минут 15 перерыва, может 20 максимум. И увидимся в шутере Enlisted, побегаем там немного, посмотрим что да как. Там тоже какой-то крупный патч вышел на 2 гигабайта, поэтому даже сегодня сервак лежал на профилактике пару часов. Сейчас мы затестим, что там такое интересное завезли. И до скорого.